Один из основных элементов биотехнических мероприятий в охотничьих хозяйствах – это организация солонцов минеральной подкормки. Вот это вот одно из охотничьих хозяйств. Такое место выбрали специально, здесь тропа. Вот завезли на машине соль. Сейчас установим фотоловушку для фиксации данных. Так, вот так устанавливается. Ну, проблема основная с фотоловушками, их у нас медведи воруют. Иногда бывают чабаны или лихие люди. Вот, но на этот случай у нас есть резервные ловушки тут на путях следования. Шишка, она будет это амортизировать, лучше жесткие. Вот все, она. Не будет ничего. Так, мы тогда ее прямо. Смотрите. Все, вот это вот положение его. Все, он начнет сейчас моргать. Через несколько секунд включится в работу. Егерь нашего хозяйства меняет флешку. Установка новой флеш-карты гарантирует яркие снимки дикой природы. Многие это место знают. Но это хатовед изучает жизнь дикой природы. Угу. И тут данные из фотоловушки сразу можно посмотреть. Расстегивать. Вот ловушка установлена на схождении нескольких троп. Одна наверх уходит, другая налево. Смена чипа идет. Ну что дают данные о фотоловушках? Они дают возможность охотоведам понять численность, половозрастной состав популяции на этом участке. Вот, и соответственно планировать впоследствии рациональное использование животных ресурсов.